В эти дни МЧС России проводит в Сочи учения. Спасатели на территории ЮРПСО развернули свои многочисленные палатки, в том числе и медицинский модуль с операционно-реанимационным блоком, где медики при чрезвычайных ситуациях проводят даже полостные операции. В настоящий момент проводится учение по разворачиванию и взаимодействию аэромобильной группы и медицинской группы в очагах чрезвычайной ситуации. Ну, на данный момент мы пригласили поучаствовать в наших учениях ветеранов нашего города, чтобы продемонстрировать им, что мы можем на этой базе сделать. Но все же главное, ради чего пришли на встречу ветераны, это первичное медицинское обследование. Медики спасотряда у каждого взяли анализы, измерили давление, сняли кардиограмму. Я в море купалась, я ныряла и плавала брасом, кролем еще 2 года назад, когда мне было 81 год. А сейчас мне 83. Вот поэтому я и редко ходила в поликлинику, пока вот не стало резко подниматься давление, голова кружится и даже до потери сознания. Конечно, спасибо большое, потому что я получу квалифицированную сейчас, во-первых, консультацию, понимаете, консультацию квалифицированную получу, и уже я буду знать, чем поддержать свое здоровье. Завели ветерана вы в кабинет психологической разгрузки. Завершилась встреча беседой за чаепитием.